Вернулся быстро, сказал. Все, пример, вернулся. На своих экранах вы видите оперативную съемку по пресечению деятельности 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Операция проведена сотрудниками Центрального аппарата ФСБ Российской Федерации и сотрудниками УФСБ России по Тверской области во взаимодействии с МВД России и Росгвардией. В мае этого года в городе Москва, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 3 пулемета, 45 автоматов, 9 пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также 7 самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат, более 93 тысяч патронов различного калибра, свыше 30 килограммов взрывчатых веществ, порох, тротил, основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Сотрудники аппарата регионального следственного комитета и руководитель Калининского межрайонного следственного отдела вручили медаль Следственного комитета России за содействие главной медицинской сестре Черногубовского туберкулезного госпиталя ветеранов войны Елене Филипповой. Елена Юрьевна в медицине с 1993 года. В 2008 ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности «сестринское дело». Медалью Следственного комитета России отмечена самоотверженная и высокопрофессиональная работа Елены Филипповой при исполнении врачебного долга в период пандемии. Спасибо.